Я объясняла ему в камеру, что я хочу его видеть. Я сижу, типа, тут, блядь, и хуйнёй страдаю. Потому что я хочу его видеть, пойми. Я хочу тебя видеть. Я начала его видеть. Смени. Я познакомилась со смертью. Блядь, опять этот мой абсурд. Ёб твою мать. Я-то думала, я, блядь, нахуй сейчас приду, блядь. А там какая-нибудь, блядь, какая-нибудь истина нахуй. Нихуя. Опять круг. Спираль к выходу. Так вот, он сейчас встретился со смертью. А может, нет? Он сейчас встретился со смертью. Он так сейчас... Нет, не то, что он сейчас, да? Я просто только сейчас услышала. Он кричал так громко, что я услышала, что он хочет меня видеть. Отлично. Через вот такую хуету мы пришли к тому, что он меня хочет видеть. Отлично. Что дальше? Как же, как Абсолюту и Майя соединиться? Ну, так, чтобы жизнь продолжалась, а? Я не понимаю. Через разделенность Майя не соединится. То есть в одном теле как бы две хуйни. Через сон, через нафь, явь, да, тоже, блядь. Мне нужно посмотреть в зеркало. Потом разбить его. Или склеить зеркало. Как мне устраивать встретиться с ним? Как мне встретиться и быть всегда с Абсолютом? Как жить с Абсолютом в одном мире рядом? Как сделать так, чтобы он был тут? Знаете что? Истина вот как обычно, блядь, простая. Она, как обычно, просто надо просто встать. Вот я ленивая. Надо просто встать. Найти его ВКонтакте, блядь, написать ему и, блядь, и поехать к нему нахуй. Все, блядь, точка. Это же так просто. Вот она реальность. Вот там где-то живет человек, которого тебе ты хочешь. Надо просто взять и поехать к нему. Все, блядь, все. Что ты опять придумываешь? Ну что? Опять началась Майя? Ты пришла к абсолютной истине. Сейчас, сквозь Майю, ты снова будешь идти к этой истине. А знаешь, что вот этим пиздежом? То, что тут сидишь, да, и пиздишь о нем. Тебе просто лень идти. Ты ленивая. Ленивая. Что это значит? Ты ленивая. Лениться — это плохо. Помню. Не ленись. Сказано же, не ленись. Почему ты ленишься?
потому что ты до сих пор в зазеркалье. Как отсюда выбраться, как выбраться из этого ебанутого зазеркалья, сука? Но я уже знаю, что хочу его видеть. Погоди. Может быть, конечный путь вот этот от олени, вот, да. Может быть, не стоит эту хуйню опять проходить, все эти рассуждения. Может быть, в конце. Я ничего не хочу для него делать. Я хочу сделать для тебя все. Все. Тогда встань и делай. Перестань ничего не делать. Перестань, или перестань, нихуя. Пойди такую серую начала. Перестань нихуя не делать. Прекрати только пиздеть. Ты только пиздишь и нихуя не делаешь, блядь. Ты нихуя не делаешь, ты только пиздишь. Меня ругали за то, что я нихуя ничего не делаю, не убираюсь, ничего. Но я однажды захотела ему приготовить завтрак, я приготовила. Встала, взяла и приготовила. Это произошло само. Это произошло само. Понимаете, блядь, я встала и приготовила своему мужчине завтрак. Это как так, блядь? Это для меня невообразимо.